А вот сейчас пауза. Шайба не доходит там до Ландера. Здорово! И все-таки забивает Локомотив эту шайбу. Пас из-за ворот. Ландер тут уже шансов не оставляет. Конечно, и Ванникову никаких вопросов. К вратарю «Нефтехимика» нет. Просто здорово доборолись там за воротами ярославцы. Высокое испанское мастерство Антона Ландера, который дубль для себя оформляет в сегодняшнем матче. 3-1. 3-1. Локомотив убегает в отрыв. Да, красиво, красиво, конечно, все сделал Антон Ландер. И тут уже, конечно, ничего не смог поделать Иванников, блестящий, играющий сегодня на последнем рубеже у «Нефтехимика».